Всем привет! У нас такое ободряющее солнечное утро, тепло. Мы на прогулке, как, впрочем, и в любую другую погоду. Вышли сюда на пустырь прогуляться с собакой. Вот у нас видна окружная дорога Киева. Жизнь идет, машин много, проходят автобусы. Так что первый день, когда ограничили метро, закрыли метро, ограничили передвижение по Украине, но народ куда-то едет, движется. Дорожные рабочие кладут асфальт, люди работают, вон трактора на заднем плане, там тоже у нас кладут асфальт. Здесь вот засыпали свежей земелькой те места, где были у нас строительные работы, и нарушили газон. Вот сейчас мы дальше перейдем, пройдем тут. Ну, в общем, все, пока что все нормально. Конечно, как люди добираются на работу, кого не перевели в режим удаленного доступа, я не знаю. Мой ребенок поехал на работу на велосипеде, добрался до за 25 минут, доволен. Ну, тут у нас, благо, что недалеко. Вот, учеба сейчас у них тоже получается через, как сказать, в удаленном доступе. Им дают задания, они пишут конспекты и потом будут как-то отчитываться, непонятно как. То бишь, все как-то движется. Вот сидят рабочие на заднем, там вот далеко, не знаю, видно или нет, и кладут нам асфальт, потому что здесь нам эта дорожка очень необходима. А вот, ну, рабочие работают. Сейчас у них, видимо, перерыв. Вот. Строительные машины. Ну и вот дорога окружная. Жизнь продолжается. Что в магазинах, не знаю. Вчера была немножко, полки поредели. В плане отсутствия дешевого риса, гречки, вот фасованного такого, что по самой дешевой цене. Масок по-прежнему нет. Сегодня я буду что-то придумывать с масками. Марля есть, есть флизелиновые, такие одноразовые, как салфетки, полотенца. Из них буду пробовать. Ну, а пока гуляем. Пока гуляем с моим другом Лепшим, попутчиком. Пойдем, наверное, назад, потому что тут машины. Тут мы не пройдем. Мы... Зигфрид, иди сюда. Иди, иди. Вот упрямый. Вот упрямый. Давай, 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 давай. Вон как трактор работает. Пошли переходить на ту сторону. Опа, опа, опа. У нас провалился зимой асфальт и чинят дороги. Слава богу, что чинят. Было бы хуже, если бы на все забили и, как говорится, в панику впали. Ну, я думаю, что тем людям, потомкам тех людей, которые победили нацизм, победим мы коронавирус и все, все преодолеем. Так что не будем отчаиваться. Будем делать каждый свое дело по мере возможности, кто чем занят, и продолжать жить. Опа! Все, выключаемся.